resource position obtained. Resource secured. Primary secured. Resource position obtained. Resource secured. Resource captured. Resource position obtained. Enemy spotted. Resource position obtained. Resource secured.
Resource secured. Structure under attack. Resource position obtained. Resource captured. Bunker is under attack. Structure is under attack. Resource position obtained.
structure is under attack. Resource captured. Under attack. Resource captured. Resource position obtained. Resource secured. Resource secured.
captured. Дык это давно уже были. Как говорится, с подключением. Resource secured. Это нормальная карта? Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Поэтому и такие карты хороши. Я тут недостаточно наиграл, чтобы что-то говорить по балансу бага. Я не знаю, может, 100 карт нужно сыграть, чтобы что-то хоть понять. Secured. Resource secured.
Resource position obtained. Задумка странная. Я вот забыл, что там в описании этой карты, что это предполагается. Какая-то дырка в земле. Неестественного происхождения. Ну, если так судить, то да, неэффективно. Почему здесь? Так можно про разные карты подумать. Но, видимо, надо предполагать, что именно здесь находится какой-то ценный ресурс. Нам его не показывают особо. Для нас это просто точки какие-то. Но он есть. Раз, видимо, в центре. Пока что самое, что я запомнил на этой карте, вот создатель карты не знает свою карту. Вот сюда побежал, но он сам не знал, что здесь нельзя попрыгивать. Это меня поразило сегодня. Подери, как? Ты создал эту карту, все эти проходы. Я с полной верой в человека бежал за ним. Как так можно? Кто-то из Редстоуна? Так этот енот, вон он в команде. Сразу не поставили. Мандир мог бы еще и отменить постройку. Передатчика-то нет. Прям по центру поставил передачу. Отличная идея. Resource position obtained.
И аналитика. Аналитика было бы, если бы я сказал, почему так нельзя делать. Я просто сказал факт. Вот. Построил передачу. Посреди прохода. Ну да, аналитика будет какие-то там платные сервисы. На Патреоне. Он там еще живой. Так, кто это нас здесь ждет? Юный оптимист. Адам. Если бы ПНД были чемпионаты мирового уровня, меня бы, в принципе, даже не подпустили бы к комментированию. Что за турели на базе много? А толку от них мало. Мне кажется, Адам у нас засланный казачок. Он сам ушел. Человека увел с нормальных позиций. Тут на прайме постоять. Да нет. Где армори? Я на рандоме класс выбрал.
under attack. Need some supplies here. Было очень тупо. Bunker is under attack. Кажись, новатор по нашей базе бьет. Любитель такого безобразия. Большую часть знаю. Command bunker under attack. Structure under attack. Где армори? Я или слепой? Мне кажется, она где-то есть у нас. Просто, видимо, я очень долблюсь. О, сейчас будет больно нам. Можно ливать. Я так понимаю, игра продолжается, потому что Хантер все-таки там апгрейды все делает. Видимо, Prime был не его, поэтому пришлось долго копить. Да нет, Хантер всегда очень долго играет.
structure is under attack. Неплохо. Только нас с другой стороны там все уничтожают. Это мелочь. Если, конечно, что там уничтожают, команда решила резаться с другой стороны в полном составе. Откуда энергия? Или этот передатчик забаговал и меньше показывает? Мы, по-моему, всю игру были в защите. То, что нам чуть-чуть позволяет что-то делать, не значит, что мы действительно атаковали. Сообразили. Это, конечно же, совпадение, что как бы я туда сходил, подстрелил там что-то. Конечно же, они сами догадались. Да, инженер ушел. Вот и инженер. Нормально там, что мои цели выбирают. Главное, чтобы подальше. То, что тут союзника прям рядом избивают. Перед
Пока ты этого не видишь, этого нет. Похоже, у нас действительно всю игру не было армии. А нет, вот появился. Лёва. Ну, без армора и пушек в целом еще возможно. Без электростанции прям сложнее. Ну, в принципе, если держать минимальное количество спаунов, в принципе, так можно победить, если зарашить. То есть экономишь деньги на исследование, на кучу всякой лабуди. Ну да, по-моему, где-то было. Даже в Стиме оно где-то добавлено вроде. Ну вот, попробую сейчас такое представить. Чтобы столько человек вместе что-то сделали. Немыслимо. Конечно. Соло плей. Выбор мастеров. Причем даже если все, что нужно будет, это просто смотреть на другого тяжа и повторять за ним. Ну, самому, конечно же, тоже взять тяжа. И повторять за каким-нибудь другим. Но я боюсь, даже это для нас слишком сложно.
Тогда-то и клан Вары были. Что да, там люди немного друг друга слушали. Так, осталось 13 000 набить. Я выйду в КД единичку. У нас, похоже, на повтор все пошло. Стелса здесь, видимо, вообще самоубийство брать. Штурмовик в тепловизоре будет отлично видеть. Resource captured. Ну все, видимо, действительно сейчас будет повтор. Еще один стелс. Неужели ему тоже на рандоме выпал? Resource secured.
resource position obtained. Primary position obtained. Карта настолько интересная, что даже Хантер не хочет команду. Редкий момент. Resource position obtained. Resource position obtained.
Resource captured. Structure under attack. Structure is under attack. Я тоже засыпаю. Блин, еще вынужден играть. Для поддержания компании. Набрался, уходи, иди спи. Это дело благое. Structure is under attack. Ну или просто невидимо. Банил. Resource captured. Звучит вообще как сарказм. Что-то происходило, ничего не видно, ничего не понятно.
Но очень интересно. Source position obtained. Resource position obtained. Capturing resource. Resource under attack. Enemy capturing primary.
resource position obtained. Destroy enemy target. Strike target. Resource position obtained. Structure is under attack. Resource secured. Source captured. Thanks a lot, Doc. Resource secured. Primary position secured. Resource captured.
Resource position obtained. Resource secured. Resource position obtained.
Force position obtained. Structure under attack. Strike target. Destroy enemy target. Structure is under attack. Structure under attack. Structure under attack. Structure is under attack.